and coldness or deceit shall slight their beauty now they prize. And deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Мистер Старик! Я же просил не беспокоить меня! Till break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember me. Кроуфорд. Этот скот отнял у меня мою Перл. Я предам его правосудию. Перл не нужно правосудие. Она хотела бы отомстить. Ценю ваше рвение, мисс Торн. Но мы не можем позволить эмоциям подрывать верховенство закона. В этом случае враг победит. Все будет сделано тихо. Мисс Фрай окончит свои дни на виселице. А ее братца я убью, когда он придет за ней. Полагаю, выхода нет. Только не надо рисковать. Соберите силы тамплиеров в Лондоне. Мы защитим этот город света. Да, Кроуфорд. А потом... мы войдем в тайник, и тогда разгоним все тени вместе. Письмо для меня? Так, что у нас тут? Бойлер, если вмешается этот Дредж, нам конец. Сегодня он ошивался у пункта обмена и задавал слишком много вопросов. Если Дредж раскроет мой план, ты лишишься не только работы. Подпись Плутос. Значит, Плутос банкир Старика. Держу пари, Дредж к нему приведет. Пока развлекаешься, постарайся не разрушить основы медицины или транспортную сеть. Не смеши меня. На кону жизни невинных. Люди зависят от города. Между тем, не я упустил Люси Торн. Эту ошибку я исправлю, как только смогу. Письмо для меня? Thank you.
Что толку от ключа, если не знаешь, где замок? Полагаю, у мисс Торн те же затруднения. Генри, мистер Грин, вот, глядите. Это от шкатулки самой королевы. Хранится в Тауэре. Это крепость. У вас там случайно нет знакомых? Один стражник. Если сможете найти его внутри. Я приду, когда найду плащаницу. Спасибо за помощь. Да, да. Удачи, Иви. Кругом стража. Патрули я отследила. Торн, возможно, уже внутри. Останусь пока в тени. От сундука с плащаницей у вас. Принесите ее мне. Стой! Эскорт ключей! Стой! Кто идет? Ключи! Чьи ключи? Ключи королевы Виктории! Дорогу! Ключом королевы! Все спокойно! Вы не из стражи. Сколько вас здесь? Отвечайте! Пустите! Это измена! Как только я выберусь, вы поплатитесь за это! Иди к вам!
Вы из друзей Грина? Слава богу, вы тут. Тут везде тамплиеры, переодетые в стражников. Думаю, смогу зайти за одного из них и провести вас внутрь. Только стражники тут знают меня в лицо. Сперва разберитесь с ними. Как закончите, ждите у Белой башни. Солдат. Есть. Thank you.
Интересно, что там? Это надо пробить. На колени просто ни к черту. Не хотим проблем, правда, Мия? Что-то тут не так. Раньше я, может, и сомневался, надо ли ограничивать свободу. Но не теперь. Я тебе руки оторву и сожрать заставлю. Мне никто не поверит, что она исчезла. Пациент готов! Чакай!
С этими покончено. Что дальше? Мисс Торн хочет схватить меня. Арестуйте меня, это ее отвлечет. Сможете не выдать себя? Притвориться, что вы моя пленница? Постараюсь, мэм. Если подойдем близко, тамплиеры могут меня раскрыть. Будем осторожны. Я схватил ассасина! Откройте! Доложите мисс Торн, я веду ассасина! Ха! Попалась! Браво! Лондон принадлежит тамплиерам. Запомни это. Спорим, тебе не понравится то, что для тебя готовит мисс Торн. Радности сообщайте мне. Ассасин в цепях. Славное зрелище. Я знал, что ты клюнешь. Видимо, ну, в чем дело, ассасин? Не успела убежать? Она разгуливала по крепости, мэм. Я решил привести ее к вам. Здравствуйте, мисс Фрай. Не подскажете, где плащаница? Как хотите. Я найду ее и без вашей помощи. А потом я задушу ей вас. Сторожите ее. Вам все-таки удалось убить меня. Но ваши труды напрасны. Плащаницы здесь нет. Вы искали орудие исцеления, чтобы упрочить свою власть. Не мою, нашу. Как же вы все-таки недальновидны. Вы копите силу, чтобы просто копить. А мы могли бы улучшить жизнь людей. Надеюсь, вы не найдете плащаницу.
Вы понятия не имеете, что она может. Так скажите. Нет. Лучше уходите. Дальше мы сами. Ah!